Привет, друзья! С вами Давид Рязаев. Это видео наверняка понравится любителям все структурировать, классифицировать, потому что сегодня мы, как я и обещал, поговорим про типы инвесторов. Я наших инвесторов очень уважаю, ценю и еще раз говорю вам большое спасибо за доверие. Итак, поехали. Вообще люди делятся на два типа. Те, кто уже инвестирует, и те, кто собирается инвестировать. И как раз про первых мы сегодня поговорим. Я их выделяю 4 типа инвесторов, которые вкладывают деньги в торги по банкротству. Первый тип инвесторов выступает с лозунгом «давай проинвестируем», у них есть свой успешный бизнес, деловые связи, но им всегда интересно попробовать что-то новое. Это инвесторы с интересом погружаются в проект, выжимают из него максимум, забирают свою прибыль и следуют дальше. Второй тип инвесторов – деньги и ничего личного. Их цель – получение прибыли. Вкладывая деньги, они руководствуются расчетом, хотят получить сверхрезультаты от своих вложений. Они готовы ждать и идти на определенные финансовые риски. Главный фактор для инвестирования – гарантии, что деньги не потеряются, и их можно будет вытащить из проекта в любой момент. Третий тип инвесторов – это ждуны. Люди понимают, что для роста капитала нужно время. Они даже готовы понести убытки в начале инвестирования. Всегда дожидаются прибыли. У них, как правило, большие дивиденды. Готовы вкладывать больше и больше, если видят, что проект стоящий. Четвертый тип инвесторов – за стабильность. Это люди, которые хотят обеспечить себе на будущее стабильный финансовый поток, пассивный поток. Таких инвесторов в России все больше, и это не может не радовать. Люди думают о своем будущем, вкладывая в него и не надеясь ни на государство, и ни на власть. Вот такие типы инвесторов мы наблюдаем в Национальной ассоциации аукционных брокеров. Пишите в комментариях, к какому типу вы бы себя отнесли. А если вы еще не начали инвестировать, то поделитесь, что вас останавливает. Может, у вас есть какие-то страхи, нам это интересно. Также хочу вам напомнить, что у нас в компании две стратегии инвестирования. Это фонд доверительного управления и проектная работа. Чтобы начать инвестировать, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, мы с вами свяжемся. С вами был Давид Рязаев. Еще увидимся. Инвестируйте грамотно, инвестируйте с НАП. Спасибо. Пока-пока.